А система автоподпитки при падении давления топит квартиру или удерживает уровень воды по плинтусу? Всем привет, на связи Италтерм. Речь шла про котел Италтерм Тайм. Котел работает 1.3 в системе. Имитируем протечку. Прорвало трубу. Включилась подпитка. Естественно, вода пока течет, но в течение 4 минут котел будет пытаться подпитать систему. Если за 4 минуты давление не поднимется, котел из ошибки Е18 сделает ошибку Е19. И вот она вышла, ошибка Е19. И да, система у вас прорвала, вода из трубы течет. И она будет течь до тех пор, пока не вытечет из системы вся. Но автоподпитка не будет поддерживать воду на уровне плинтуса. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос.